Продолжаются поиски авиалайнера компании Air Asia. Силы спасателей сконцентрированы на обнаружении черных ящиков. Но пока на базу спасателей поступают лишь обломки разбившегося лайнера. На данный момент найдено 37 тел, из которых 13 уже опознаны. Индонезийские военные готовы предоставить транспортный самолет и корабль родственникам жертв крушения, чтобы они могли возложить цветы к месту катастрофы в Яванском море. Напомню, Airbus A320 пропал с радаров 28 декабря. На его борту находились 162 человека.